Приветствуем вас, дорогие слушатели нашего канала. Дизайнеры нашей компании провели опрос среди покупателей и единомышленников дачного дела на тему, какие садовые цветы пользуются большой популярностью и почему. Мы получили не только интересные результаты, но и пищу для размышлений, о которых сегодня и поговорим. Несмотря на обилие на рынке экзотических растений, у всех в саду отыскали самые простые и знакомые цветы, запах которых мы помним с детства. Аромат пионы – это незабываемый летний запах. Эти богатые махровые шляпки всех оттенков красного можно в полной мере почувствовать в начале лета. Взамен требует совсем немногого – полива в сухую погоду раз в неделю и периодического рыхления. Бархатцы обладают особой выразительностью, они буквально влюбляют в себя любого садовода. Уход за цветами несложен, растут даже в бедных почвах. Стойко переносят засуху, суровую зиму и вредителей. Ромашка садовая. Какие чувства охватывают нас при виде ромашки садовой? Изящество, легкости и свободы. Простор древних бескрайних лугов несут они в наш сад. Все лето можно наслаждаться ее красотой, поливая и немного подкармливая. Царственные розы. Как много в этом слове. Но за розами нужен постоянный уход. Регулярными должны быть не только подкормка и полив, но и подрезка, прививки, подвязка и защита от внешней среды. Но это еще никого не останавливало. Петуния – верная красавица. Петунии кому-то, возможно, покажутся простыми цветками. Зато они радуют своих хозяев долгим и непрерывным цветением и ароматом все лето. Аккуратным грядкам с петуниями не страшна жара. Их простота окупается стойкостью. А теперь поговорим о пище для размышлений. Мы задумались, почему именно простые цветы являются самыми популярными. А может быть, красота и отражается в самых простых формах, нужно лишь ее увидеть. Всем хорошего настроения и ждем вас на нашем канале на YouTube.